Привет всем зрителям и подписчикам канала Монеты Украины. Считанные часы остались до Нового года. И в этом видео мы, блогеры с нумизматических каналов Украины, хотим поздравить всех наших зрителей с этим замечательным праздником. Всех нас объединяет наше хобби. Ну что, поехали? Подводя итоги уходящего года, хочу выразить благодарность всем вам за то, что вы активно поддерживали нас. В свою очередь, я надеюсь, что мы и дальше будем радовать вас. Желаю вам как можно больше положительных эмоций, связанных с собирательством, уникальных находок, уникальных вам продаж и уникальных пополнений своих коллекций. А вашим семьям и близким желаю добра, уюта и счастья. От имени канала хочу поздравить всех с прийдешнім Новым Роком, Різдвяними святами, побажати усім саме перше – здоров'я, злагоди, любові, достатку. Нам, колекціонерам, поповнення особистих колекцій. Хочу пожелати вам всього самого найкращого, лічностного розвитку, розвитку в сфері нумізматики, постійно узнавати щось нове, постійно наповнювати свою колекцію достойними, цікавими екземплярами, які будуть вас радувати. І просто желаю вам постійно спілкуватися з людьми, постійно посещати якісь нумізматичні мероприятия, тому що нумізматика – це по-настоящему достойне влучення достойних людей, які об'єднані спільними інтересами, спільним желанням, спільною любов'ю до монетам. То, что вы хотите для себя, то те цели, те мечты, которые у вас есть, чтобы они обязательно сбывались. Я хочу, чтобы ваши коллекции действительно пополнились классными, классными монетами, которые будут вас радовать, радовать ваш глаз, радовать вашу душу и сердце, чтобы они приносили вам огромное удовольствие, и вы не забывали о нас, об авторах каналов по нумизматике, всех-всех-всех, и о моем канале, и о канале, на котором вы сейчас смотрите этот ролик, и всех-всех других каналов. Хочу пожелать вам мира, добра, семейного благополучия вам и вашим семьям. Также хочу пожелать вам, чтобы в следующем году вы пополнили свои коллекции очень интересными экземплярами. Коллекционирование – это состояние души, и не имеет значения, что вы собираете. Пивные крышки или монеты, этикетки, банкноты. Поэтому собирайте свои коллекции, получайте от этого удовольствие. В 2020-м хотелось бы всем пожелать больше, чем было в 2019-м. Больше монет, больше коллекций, больше интересных тем, больше покупок, больше продаж, больше подписчиков, если у вас есть канал, больше просмотров, больше перебора ходячки, интересных находок, если вы этим занимаетесь, больше освоенной информации, так как в нашем деле траты без информации – это деньги на ветер. Хочу поблагодарить всех подписчиков и зрителей наших каналов за ваши лайки и комментарии. Я желаю вам в новом году, чтобы ваши инвестиции оправдали ваши ожидания. И помните, деньги делают деньги в прямом смысле этого слова. Присоединяюсь к поздравлению моих друзей и коллег. От себя хочу сказать, желаю крепкого здоровья, финансового роста, любви, найти себя и свое истинное увлечение, уловить все тонкости в вашей теме и создать ту коллекцию, которая будет наполнять, вдохновлять и придаст сил и мотивации для новых жизненных подвигов. Спасибо, что смотрите мой канал и другие каналы. А если вы не на всех подписаны, обязательно подпишитесь, ссылка будет в описании. Еще несколько каналов не попали в выпуск по разным причинам, но они тоже передают вам привет и поздравления. Ставьте лайк, чтобы поздравить нас, или просто напишите комментарий прямо под этим видео. С Новым годом! До новых видео в 2020 году!